В Янино четверо молодых людей, похоже, в состоянии наркотического опьянения, приставали к прохожим с предложением помахать кулаками и выяснить, кто же сильнее. Но драки не получилось. Группа местных жителей, уставшая от участившихся случаев хулиганства во дворах, решила разобраться в ситуации без потасовок. Трое при виде компании молодых людей сбежали сразу. Остался один, который носился полуголым по району, отжимался, прятался в кустах, ломал ветки, просил пощады и вел себя крайне неадекватно. Это обычная вода. Попей воды. Успокойся. Тебя бить никто не будет. Да, Коль, тише. Пей его. После безуспешных попыток привести парня в чувство, местные жители вызвали полицию. При виде стражи порядка он совсем присмирел и отправился в ближайший отдел отвечать на вопросы полицейских.